Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова. Сегодня мы вместе полистаем каталог Oriflame номер 9. В этом каталоге есть интересные предложения, новинки, акции. Я вам подробно обо всем расскажу, и уже по традиции мы будем не просто листать странички каталога, а я покажу продукцию, которой сама пользуюсь, потестирую ее, насколько это возможно, расскажу свои впечатления. А для того, чтобы сократить время просмотра, вы можете использовать кнопку настройки и увеличить скорость моего голоса, насколько вам комфортно. Ну что, я вам желаю приятного просмотра. Поехали! Каталог начнется с 21 июня и закончится 10 июля. Обращайте внимание на время работы сайта. Сайт будет работать в этот день, 10, до 21 часа по Москве. Итак, прекрасный летний каталог начинается с роскошной серии Discover. Гели для душа и мыло. Гель объемом 250 миллилитров. Разнообразие ароматов впечатляет, они все очень приятно пахнут, и мне нравится концентрация этих гелей. Они приходят запечатанные, вы увидите, вот здесь пломбочка, ее нужно отрывать. Я себе этот гель взяла. Открываете и пользуетесь. Густой, сочный, ароматный, пенка такая мягкая, ухаживающая за кожей и чисто отмывающая. То есть после этого геля нет ощущения какой-то липкости на коже, просто она чистая, дышащая и мягенькая. Очень рекомендую. Мыло, вот такие вот кусочки по 90 грамм, тоже разнообразие, очень крепкие, классные. Давайте я вот открою кусочек, розовенький хочу. Почему открою? Сами пользуемся постоянно, поэтому скоро уже как раз нужно будет в мыльничку. Вот такой кусочек. Мыло плотное, тут все написано, Голливуд. Ой, пахнут они классно. Я, бывает, мыло кладу в белье, вот так открываю и прям в упаковочке раскладываю, где лежат полотенца, постельное, все потом очень вкусно пахнет. Мыло очень крепенькое, мягкая, густая пенка тоже получается, поэтому можете смело брать и рекомендовать другим. 59 рублей. Кто-то скажет, это дорого, но если сравнивать с магазинным мылом, мне кажется, такого качества мыла в магазине стоит гораздо дороже. Вот как раз Голливуд, Камчатка, все здесь есть. Так, а здесь что, пляжи, мне вот это тоже нравится, гель. Обращаю ваше внимание, что вы можете заказать набор, в него входит следующий каталог, уже будет 10-й, два пробника новинок ароматов, новые ароматы. Я не поняла, правда, что с этими ароматами, такое чувство, что они унисекс будут, да, может быть унисекс. Пробник адаптивной тональной основы и пробник сыворотки Novage Экологен. Кстати, это моя любимая сыворотка, мы с вами еще с ней встретимся сегодня, буду рассказывать немножко. Умный шопинг, когда вы положите в корзину продукции на 750 рублей и нажмете далее, то в разделе предложения на сайте вам будет доступна распродажа. Смотрите, там всегда очень классные предложения, и я обычно нахожу себе несколько продуктов, которые прям вау, нужные, и скидки классные. Акция: при заказе на 990 рублей из этого каталога или на сайте, то есть продукция с распродажи тоже входит, значит, вы получите возможность приобрести вот эту вот интересную косметичку за 999 рублей. Чем она интересна? Мне нравится то, что у нее есть отделение, то есть верхняя часть и нижняя часть. Высота 15 сантиметров, ширина 23 и 4,5 глубина, если я правильно говорю. Вот, смотрите, также есть отсеки для мелочей, все под сеточкой, видно хорошо, ну просто прелесть. Тем более, если вы любите такие летние мотивы, то это самое то, что нужно. Следующая страничка моя любимая, можно так сказать, потому что летом без солнцезащитных средств нежелательно выходить на солнце, особенно если вы планируете провести там несколько часов и активно загорать. Я вот, например, активно пользуюсь вот таким вот специальным спреем, спрей автозагар.
У меня уже он не первый, я часто заказываю такие спреи, то есть каждый год я ими пользуюсь, потому что я не люблю загорать, берегу свою кожу. Я понимаю, что солнце занимает первое место по факторам, которые влияют на старение кожи, поэтому я стараюсь немножечко подзагорать в утренние часы, всегда пользуюсь солнцезащитными спреями. А когда мне нужно, чтобы загар был быстрый, я пользуюсь таким спреем. Это просто чудо. То есть я уже с весны, когда у нас началась жара, я уже ходила в шортиках, потому что я обработала все тело вот этим спреем, оно стало такое бронзовое, красивое, загорелое. Главное, что когда вы им будете пользоваться, предварительно примите ванную или душ, хорошо-хорошо отскрабируйте кожу, и далее, выйдя из ванной, промокните тело полотенцем и на влажную такую кожу нанесите этот спрей автозагар. И хорошо-хорошо распределите, можно губочкой распределять. Что в этой серии есть? SPF 30 для лица, для тела, детский крем с SPF 50, мусс, я так понимаю, это у нас мусс, да? Шестерочка, смотрим. А, это спрей просто. Спрей для тела с SPF 50. Я просто 50-ку никогда не брала, всегда себе 30-ку беру. И крем для чувствительной кожи лица, тоже с SPF 50. И есть дополнительно такой стик для лица и тела. То есть им мы можем помазать и защитить самые выпуклые точки. Это нос, подбородок, лоб, плечи. То есть все, что у нас на виду. И желе, которое успокоит и уберет вот это состояние горячего с кожи, да, ну охладит. Следующая страница — маски. Маски — это моя любимая тема, у нас их всегда дома очень много, это значит, вот они есть все, и еще целый ящик, и еще для губ прекрасные маски. Я чередую обычно один день, например, я делаю с алоэ и кокосом. Эта маска подходит для всех, и даже для сухой кожи, то есть для нормальной кожи, и если она даже жирная, если она сухая, тоже будет хорошо, потому что она не пересушивает и не жирнит. Маска скраб, ее можно использовать и как масочку на 10-15 минут, и как скрабик на прям парочку минут, просто по влажной коже пройтись. Хотела вам показать, но она у меня вот она. То есть она такая гелевая, прозрачная, и мы видим тут небольшие такие вкрапления отшелушивающих частичек. Они очень-очень нежные, не травмируют кожу. Вот эта маска скраб тоже такие же функции. Мне больше нравится ее использовать как маска, вижу эффект лучше, но порой бывает, просто хочется быстренько сделать классное лицо, поэтому я использую как скраб. Уже ведь плотная такая текстура, непрозрачная, отшелушиваюсь частички уже более ощутимые, и конечно даже после того, как сделаешь скрабирование, просто лицо все дышит, сияет. Класс! И ароматы у этих масок шикарные. А розовая маска с ягодами годжи и органическим овсом — это маска питания. То есть если эту маску мы рекомендуем для нормальной и склонной к жирности кожи, то эту для нормальной и склонной к сухости. Она напитает, разгладит, увлажнит. И еще, когда ее только наносишь, она дает такой согревающий эффект. Вот она прям новенькая, только ее достала. Кремовая маска, я ее наношу и на лицо, и на шею. Классное питание. А вот скраб, маска скраб для губ — это просто сказка. Аромат невероятно вкусный, настолько классный. Написано мята и лайм, но там на самом деле очень много фруктов всяких, и мне нравится носить ее как скраб. Я не могу ее выдержать долго как маска, потому что она на вкус тоже вкусная, ее хочется съесть, правда, она очень вкусненькая. Такие шикарные продукты с большими скидками. У нас сейчас идет такая глобальная распродажа. По 189 рублей любая маска, для губ 169 рублей. Рекомендую все, все классные. Тушь для ресниц. Если говорить о туши с двойным эффектом, то я ее знаю и даже могу сказать, что она мне нравится. Что значит двойной эффект? Колпачок, смотрите, двойной. Если мы достаем с нижнего колпачка, то делаются ресницы густыми и объемными, вот так вот выглядит. Если мы достаем из верхнего,
то у нас вся тушь снимается, и кисточка та же самая, но она чистая, и она даст длину. То есть в первом случае мы получаем объем, во втором случае мы получаем длину. Вот я что натворила, чтобы вам показать. Шикарная тушь, она классно укладывает ресницы, даже справляется с моими капризными, поэтому ее можно смело рекомендовать всем, кто любит, чтобы было объем и длина. Или, например, в какой-то день вы хотите реснички такие тоненькие, прозрачные, длинненькие, тогда вы делаете только этой щеточкой, а когда вы хотите и объем, и длину, то делайте и той, и другой кисточкой, работайте поочередно. Тушь с эффектом распахнутого взгляда стойкая, и эту тушь рекомендуется снимать специальным средством для снятия водостойкой косметики. Она крепко сидит на ресничках, у нее удобная кисточка. Вы, кто знает тушь нашу 5 в 1, вы угадаете, что кисточка очень похожа с нашей 5 в 1, в общем-то можно даже сказать, практически нет отличий, ну немножечко другая, чуть-чуть другая. Далее, кстати, скидки великолепные на эту тушь. Далее кальций, морской кальций и витамин D, 30 таблеток, забыла взять баночку, но недавно прям показывала в топе. Кальций — это очень важный и полезный продукт для здоровья, особенно женщинам, кому за 40, периодически хотя бы курсами нужно пропивать такой кальций. Я его уже несколько баночек выпила, видела крутой результат. Прошлым летом у меня начались такие странные боли в ногах, вот в ступне, вот в этом месте, где сгиб. Вставая утром, я не могла наступить на ногу. Представляете, встаешь, хочется быстрее побежать в ванную, а идти не можешь, не то чтобы бежать, просто боли сильные, приходилось разминать, растирать ногу. Я заказала кальций, пропила 2 недели, в течение 2 недель у меня боли ушли, и, кстати, они не возвращались. И это очень здорово. Но вот сейчас я для профилактики снова пью еще одну баночку. Так, наши прекрасные зубные пасты, новые щеточки у нас появились, смотрите, какая прелесть. Зубные пасты Oriflame одобрены шведскими стоматологами, они не просто полезные, классные, они безопасные и прекрасно дают результат. Десны не кровоточат, с зубками все в порядке, они прекрасного цвета, то есть с ними все супер. Так, а где у меня крем? Вот он, хотела вам показать такой крем. Это сыворотка, размягчитель мозоли и натоптышей. Это то, что у меня сейчас есть. И дает результат, действительно дает, если будете пользоваться каждый день. Это такая прозрачная вот капелька, вот ее хватает, в общем-то, на много-много-много мест намазать. Очень интересный продукт. Мне он помог справиться с мозольками, которые меня просто беспокоили. Очень интересный эффект, пахнет вкусно, прям травяной аромат. Ну, конечно, хватает очень надолго, долгоиграющий продукт. Далее маска для ног, она очень интенсивная, наносим ее на ночь, чтобы был наилучший результат. То есть нанесли, дали впитаться и можете ложиться спать. То есть после этой маски, да, желательно действительно не ходить, не бродить, а дать ей поработать. У нас есть гель для снятия тяжести в ногах, вот такой вот большой флакон, у него объем 150 миллилитров, и он с охлаждающим эффектом. Мне нравится этот эффект, я вижу прям, как он снимает как бы отечность с ног, охлаждает, очень приятные классные ощущения. В жару вещь незаменима. И еще один продукт у нас номер 4, это крем для загрубевшей кожи ног. Интересно, видите, как, смотрите всегда номерочек на флакончике и ищите вот тут в описании циферку, крем для загрубевшей кожи ног. То есть у кого кожа такая ух толстенькая, да, вы пользуетесь. И здесь у нас есть гаджеты, не на батарейках, да, ручные гаджеты, пилка, терка для ног двухсторонняя. Далее специальный инструмент для удаления мозолей
и шлифовальная пилка для ног. Вот такой пилкой я как раз пользуюсь, она тоже двухсторонняя, мне нравится, что она широкая и очень хорошо захватывает всю пятку, всю ступню, то есть с ней очень быстро. Если раньше у нас были такие узенькие и с ними так долго возишься, то это просто бомбическая. С одной стороны она погрубее, а с другой она наоборот более такая нежная и деликатная. Гель для интимной гигиены, варианты разные. Есть в период менопаузы, очищение и комфорт, это будет успокаивающий гель, и специальный мягкий гель для молодежи, для девушек-подросток от 13 до 18 лет. Выбирайте на свой вкус и на свою, как говорится, задачу, что вы хотите реализовать. И без скидок есть еще дополнительные тоже гели и классный смягчающий лосьон для интимной гигиены. Мы тоже пользуемся, нравится, прям очень нравится. И совсем мало в каталоге осталось аксессуаров, к сожалению. Я по ним очень скучаю, потому что я любитель аксессуаров. Но из того, что представлено на этой страничке, я вам продемонстрирую шарф с лимонами. Надеюсь, вы его заметили, шарф с растительным принтом, потому что он бесподобный, просто он, видите, широкий, не помещается даже в кадр, 90 сантиметров ширина и 190 длина, представляете, 1,90 м, это выше, чем я, то есть в него можно прям заматываться, делать красивые топы, челмы, просто как шарф носить. Масса вариантов с этим шарфиком, качество невероятное. Здесь на 40% переработанный материал полиэстер, то есть из бутылок, можно сказать, сделан шарф, он очень крутой. Прикольная маленькая сумочка, которую можно носить через плечо, буквально прям вот как перекидывать, да, под грудь, она красиво лежит. То есть маленькая для телефончика, например, и ключей, или телефона, помады. Она очень малышка. Посмотрите, возьмите линеечку 16 на 6 на 12,5. И очки в светлой оправе. Классные очки. Я их видела в бизнес-центре, они действительно красавцы прям очки. Но очки у меня есть, поэтому я их пропускаю. Не именно такие, а светлые. Далее у нас идут ароматы. Еще, как бы повторюсь, еще много раз повторюсь, то, что аромат нужно выбирать не по описанию и даже не потерев страничку, потому что здесь вы не услышите вот самую важную ноту, это шлейфную ноту. То, что останется, потому что первая нота быстро уйдет, базовая, а шлейф он будет с вами весь день. И может быть такое получится, что именно в тех вот нотах будет какая-то нотка, которая вам не любима, и вы ее сразу не поймете. Поэтому как минимум я рекомендую брать тестеры, малыши наши, для того, чтобы несколько дней походить с ароматом. Там максимально близко вы прочувствуете все нотки. Конечно, аромат Люси, он шикарный, и на него прекрасная скидка в этом каталоге. Волшебные оба аромата Excite. И я хочу сказать, что эти ароматы в нашей семье любимчики, и тот, и другой, оба нравятся, периодически то один, то другой мы заказываем. Женские ароматы Love Potion, вот такой более, как бы сказать, восточный, гурманский, такой, наверное, даже тяжеловатый для лета, поэтому однозначно на лето больше бы подошел Love Potion Secrets, он более такой звонкий, со сладкими нотами. Мужские ароматы вот тоже в свежих нотах прекрасные, пробуйте, выбирайте. С ароматами нужно подружиться, влюбиться в них. Eclat Femme — это один из самых популярных ароматов, у меня, кстати, уже его заказали. И выходит новинка, аромат называется, серия Feel Good называется, давайте посмотрим, Chill Out с лавандой, кедром и ванилью. Сначала нотка несколько резкая, я в первые минуты слышу лаванду, чувствую ее, а далее остается нежный, мягкий, сладенький аромат на коже, и мне он очень нравится. Кстати, этот аромат может быть как унисекс, его может использовать и мужчина, и женщина. Классный, крутой аромат, и по такой демократичной цене. В этой же серии у нас есть расслабляющий гель для душа и мыло. Гель тоже
чудо с натуральными эфирными маслами. Я обожаю эту серию, именно гели меня просто сводят с ума. Девчонки, если не пробовали, вот пробуйте, потому что это волшебные гели. А кто пробовал, напишите свой отзыв. Мыло, не могу сказать, что оно как-то меня удивило, я не увидела разницы, что какой-то из этих мыл там лучше или хуже. Просто хорошее качественное мыло, все супер. И есть еще ароматы без скидок, тоже серии Feel Good. У нас, видите, каждой серии добавили по аромату. У нас вышла новинка в серии Women's Collection, кто-то уже в 8-м каталоге себя побаловал, да, с пионом у нас идет новинка, а кому-то это только предстоит сделать. А у меня из этой серии есть вот аромат с жасмином, и знаете, этот аромат удивительный. То, что вы видите вот здесь, вот это вот описание, это капля в море. Если вы откроете полную распечатку, где написано полный состав аромата, вы удивитесь, насколько богатый состав. Поэтому когда мы видим слово жасмин и кого-то может быть это напугать, девочки, аромат богатейший, он звонкий, яркий, необычный, и он стойкий. Тут написано средняя концентрация, но я его слышу долго, 6 часов точно этот аромат держится, он великолепен. Но вишневый цвет, конечно, это просто песня, какой крутой аромат, очень, очень классный. Мисс Джордани, Эклан Мон Парфа, шикарный аромат. Да, кстати, еще у нас Валаре Фореве, тоже интересный аромат, но я бы его на весну рекомендовала. Если Эклан Мон Парфюм я и летом использую, когда прохладно, или вечером, то этот прям просится на весну, когда звонкие ручейки, распускаются почки, да, такая капель. Аромат, вернее, парфюмерный спрей для тела Love Potion Blossom Kiss, вот так выглядит аромат. Крутой аромат, очень сексуальный, восточный, ванильный, фруктовый, нам он понравился. Я его поставила прямо в ванной, и после душа иногда, когда вспоминаю, например, если я кремом не пользуюсь, то я брызгаю этот аромат, распыляю и вхожу в это облако, и просто кожа приятно, очень нежно пахнет. Аромат Northern Glow с пеной, это фантастика. Я почему-то раньше на этот аромат не обращала внимания, пока у меня его не заказала подруга, и я ее попросила открыть прямо при мне, посмотреть, подегустировать из флакона, и я была удивлена. Я услышала почему-то малину, здесь вот не написано, но я просто почувствовала сладкую спелую малину. Я так люблю такие интересные ягодные фруктовые ароматы с экзотическими фруктами, он чудесный, и он легкий, хотя здесь роза султан, бархатный мускус, но аромат вообще не перегруженный. Мне кажется, это даже видно по упаковке, какая-то тайна здесь, прозрачность, легкость. Супер аромат, девчонки. Опять же, пробники, давайте посмотрим, может, здесь есть какая-то подсказка. Я пока не вижу, но посмотрим потом в описании, потому что у меня почему-то откуда-то, я, может быть, увидела краем глаза, мне показалось, что это ароматы унисекс. И я, конечно, хочу попробовать цветочно-водный, но мне интересно, в составе здесь апельсин, цветки пижмы. Пижма немножко специфический аромат у этого цветка. Мне интересно, как здесь это будет. А еще и березовые искры. Ну все, просто жду пробников, очень хочу их быстрее получить и подегустировать. О, кстати, такая гигантская скидка на Apozos. Невероятно. Вот кто любит сексуальные, глубокие, вызывающие ароматы, да, дерзкие такие и сладкие, это сюда. Glacier — целая коллекция, несколько ароматов, и они все разные, и каждый по-своему хорош. И я думаю, что среди этих ароматов любой мужчина найдет свой, тот, который ему понравится. Я обожаю эту серию. 100 миллилитров за 599 рублей. Ой, разберут в момент. И тут у нас продолжаются тоже ароматы, скидки. Кстати, хорошая скидка на Venture Power, а здесь Giordani, Эклан мы видели намного дешевле, да, в предыдущих каталогах. Вот, листаем дальше. Спреи. У меня нет, как говорится, личного впечатления о спреях, потому что мы не брали.
Но я читаю состав, и мне нравится и тот, и другой. Я понимаю, что они абсолютно будут разные, и оба интересные. Что интересного в этих ароматах? Объем 100 миллилитров за 369 рублей. Можно использовать на тело, то есть мужчина после душа орошается этим ароматом, и просто всем хорошо, и вам, и вашему мужчине. А тут мы видим набор, который состоит из пены для бритья и крема для чувствительной кожи лица за 519 рублей, два продукта. Хорошее предложение. И невидимка для укладки волос, такой гель. Мужская серия Novage. Для того, чтобы наши мужчины были красивые, должны позаботиться об этом мы. Почему? Да потому что мужчины обычно на себя, у них не хватает ни времени, они в этом ничего не понимают. Но если вы им принесете и скажете: дорогой, я так тебя люблю, сделай это ради меня, я хочу, чтобы ты был у меня красивый, вкусно пахнущий, да, и чтобы тебе было комфортно. Когда Миша у меня начал пользоваться этой серией, я как кайфовала и кайфую до сих пор, потому что раньше у него все время были расширенные поры, вот черные точки, да, что-то иногда прыщики беспокоили. Сейчас просто мужчина красавец, супер. Гелевая подводка для глаз Giordani Gold. Да, мы переходим к нашей роскошной серии Giordani в стеклянной баночке, такая увесистая подводка. К ней обязательно заказывайте кисточку. Кстати, вот и кисточка. Набираем подводку и пробуем рисовать. Так вот, надо снять чуть-чуть. Вот так вот. Я не пользуюсь, как вы уже видите, по баночке, да, что здесь прям буквально немножко. Мне неудобно. Мне неудобно, что кисточка должна быть отдельно. Что вот я ее испачкала. Кстати, кисть плохая, наверное, жесткая стала. Ее надо куда-то положить, чтобы не испачкать все остальное. И тут у меня мозг просто взрывается. Как? Куда? Зачем? Но по качеству подводка очень хорошая. И кто, девчонки, пользуются и любит такую форму, отзывы, конечно. Я как-то раз рассказала, что мне не понравилось. Меня закидали тухлыми помидорами. Ну, я уже не говорю, что мне не нравится. Просто мне не подходит эта форма нанесения. Тушь для ресниц Giordani. Ну, тут у нас выбор огромный. Вот такая есть тушь и ангельские реснички, ангельская как ласка. Смотрите, давайте первую. У первой туши очень интересная форма. Смотрите, это волна. Не так-то уж и просто к ней приспособиться, ну и не так-то уж и сложно. То есть можно покрутить и найти нужный вариант, как держать кисточку, чтобы идеально прокрасить ресницы и уложить их. У меня нет претензий к этой туши, она забавная, классная, и самое главное, что она справилась с моими ресничками. Потому что обычно тут Giordani только портит все у меня из-за того, что кончики очень тонкие и разной длины. Те ресницы, которые у меня совпадают по длине, прокрашиваются, они становятся объемными, а все, что выше, тоненькое, на третьем слое падает вниз. То есть она не хватает у меня густоты ресничек. Но зато тушь «Ангельская ласка» меня просто свела с ума. Я удивлена, честно говоря, я не думала, что после туши 5 в одном хоть одна из них найдет ключик к моему сердцу. А это нашла. Смотрите, интересная очень кисточка. Она конусная, да, такая как вытянутый треугольник. И эта кисть идеально укладывает ресницы, удлиняет и дает объем. То есть в этой туши я нашла вообще какое-то идеальное вот сочетание всего, что мне, ну, все, что мне нужно от туши. Поэтому я ее теперь всем рекомендую. Мне она понравилась, и однозначно она должна быть в коллекции Oriflame навсегда. И тут щипчики, кстати, хороший инструмент, пинцетик, щипчики, такие гаджеты, которые нам помогают облегчить нашу жизнь. Так, здесь у нас все без скидок, а здесь супер тушь для ресниц. Вот супер тушь как раз мне и все вниз загибает.
Тени шикарные, роскошные тени Джордани. Если вот вы хотите себе выбрать тени, подберите комплектик, то что в основном всегда нужно два оттенка, чтобы сделать классный макияж. Выберите два своих, закажите и наслаждайтесь просто этой текстурой, этой высокой пигментацией, как они тушуются, и вот просто великолепные. Подводка маркер — это находка для тех, кто не умеет красить стрелки. Вот купите себе вот такую штуку, и вы будете счастливы, потому что здесь на конце это не просто маркер, это кисть. Это кисть. Она невероятно может делать тоненькие, толстые стрелочки. И так легко управлять, потому что это ручка в ваших руках. Ручкой же вы умеете писать, значит, у вас все будет хорошо. Дошли до тональных основ. Так, а где мой второй CC? Я его забыла. А, не забыла. Вот, я взяла пробники. Так, смотрим. Что я вам хочу сказать про матирующую пудровую тональную основу. Только для жирной кожи, девочки. Я с ней мучилась и так, и эдак, но кожа у меня не жирная. И поэтому мы с ней так и не подружились, к сожалению. Деньги на ветер. У нее очень плотная, густая текстура. Когда ее только нанесешь на кожу, это красиво просто. Но потом моя кожа начинает выпендриваться. Ей не нравится, она ее затягивает в мои поры, ее видно, вот все такое. Сейчас она высохнет и будет просто пудрой лежать. Но мне она не подошла. Я ее пробовала и мокрым спонжем. Кстати, вот мокрым спонжем более-менее, но все равно через несколько часов это уже не симпатично. По крайней мере, я это вижу, и мне это некомфортно. Но девочки, у кого жирная кожа, в таком восторге. А вот CC крем — это восторг. Действительно восторг. У меня есть отдельное видео, кстати, на канале, вы можете посмотреть. Там из оригиналов я все тестирую, все вам рассказываю и показываю. Ну-ка, капельку. Как он ложится, как он лежит, как кожа поет просто песни счастья, что это чудо появилось на свет. Вот я взяла светлый, он мне чуть-чуть желтит, надо было в другой взять оттенок. Но все равно он сейчас подстроится под кожу, его тоже будет не видно. Посмотрите отдельное видео на канале, потому что это очень достойный продукт. Очень! Просто вот фантастика. Если бы у меня не было сейчас завалов этих тональников, куча просто, я бы однозначно выбрала сейчас этот. Вот этот натуральный мне идеально подошел. Сначала мне показалось, он какой-то серый, неживой, но он просто исчез на моем лице. И как вторая кожа. Так, я никогда не брала вот такой вот эликсир, основу эликсир. Никогда не пробовала, видела на подруге. Действительно, вот так вот все сияет. То есть мы ее наносим под тональную основу, сверху тональную основу. И получается вот такая красота. Зато шелковая тональная основа Fluid у меня есть. И мне она, конечно, нравится. Тоже, кстати, для сухой кожи лучше. Но вот этот ужас... То, что здесь вот все вот это грязное, нужно достать пипетку, нужно куда-то капнуть, ой, и не испачкаться. Трудно, конечно, но надо учиться. Вот так вот это работает. Я только из-за этого не пользуюсь этим продуктом. Вот как-то брали, дочке брала, вот она мне его как раз отдала. По-моему, это фарфоровый. Тоже с ним кожа круто выглядит. Пудра. Вот просто сейчас исчезнет и будет пудрочка. Это первый, который мы носили, плотный, видите, тоже цвет неудачный я выбрала, темноватый. Ну, под загар он мне хорошо, я же его на лето брала. Этот исчез, CC, вообще его нету. И этого тоже практически нет, но он у меня тоже забивается в порах. Все, поэтому мы с ним расстались навсегда. Пудра Giordani Gold. Вот такая пудра, она в одном оттенке идет, пудра рассыпчатая. Кто-то дерзко оставил открытой крышечку. Давайте кисточкой, тут и кисточка есть, а теперь перемазанная, как хрюшка. Вот такая вот, давайте вот тут покажу. Просто кто-то говорит, что она желтит, но есть не такой теплый потон, конечно, вот он есть, то, что оживит кожу. Ну, по крайней мере, у меня к этому тону никогда претензий не было. Я уже не первый раз беру такую пудру. Так надо закрывать, а потом только закрывать крышкой, чтобы вот это все не высыпалось.
Поэтому пудра очень классная. Ну, ее не видно. Просто она, видите, выровняла. Вот тут я чуть-чуть ровненько, красивенько, невидимо. Кисточки наши любимые, выкручивающие. Такую, мне кажется, нужно каждой девушке обязательно с собой иметь. Так, жидкая губная помада Эликсир. Вот это бомба. Мой цвет теплый кашемир. И сейчас я вам его покажу во всей красе. Давайте вот тут намажу рядом с тоном. Вы увидели, как на ровной коже это будет красивейше. И вот сейчас она встанет. Что значит встанет? Ну, впитается, уляжется, станет матовой. И она стойкая, эта помада. Она невероятная. Вот если у вас нет ни одного экземпляра, возьмите хотя бы одну какую-нибудь ходовую и наслаждайтесь своими губами, тем, что она не отпечатывается на маске, если вы еще маску носите. Я знаю, что где-то еще сохраняются жесткие требования к этому. Матовая помада. Вот, к сожалению, ни одной нет. К счастью, к моему, что у меня хватает силы воли не скупать все помады, потому что я их очень люблю. Но у меня есть на канале обзор полной коллекции. Найдите просто по названию и посмотрите, как эти помады в деле. Они шикарные, просто шикарные. И к ним вот такое зеркальце, где вы можете достать и эффектно подкрасить губки. Стики. О, стики у меня есть. И я ими, кстати, регулярно пользуюсь. Чаще всего я использую стик, где он у нас, для контуринга. Вот этот. И хайлайтер. Иногда румяна, но не так часто. Хайлайтер. Такое легкое свечение, просто классное. Для коррекции, смотрите, никакой рыжины, настоящий такой холодный коричневый. И румяна. Живой, нейтральный оттенок. Вообще песня. Под любой тон кожи подойдет. Смотрите, блондинкам, брюнеткам. Просто вот самая идеальная подборка по цветам. И я ими очень довольна, как и качество у них прекрасное, но их так надолго будет хватать, я даже не представляю. Они же у меня уже почти год, и они не собираются даже намекнуть, что их надо выкрутить и что они могут закончиться. Ресницы. Если вы еще до сих пор не купили себе такие ресницы, я не представляю, как вы живете. Я, кстати, давно не пользовалась. Одно время прям постоянно их клеила. В чем тут фишка? Мы берем, красим стрелку специальной магнитной подводкой. Ну, давайте вот здесь где-нибудь. Вот тут. Раз, накрасили. Даем подсохнуть, чтобы она чуть-чуть прям подсохла. И наносим второй раз. То есть два раза одну и ту же стрелку красите. Обязательно запомните. Потом достаете ресницы. Они же многоразовые. Отклеиваем их от этой специальной железочки. Тут у нас магнитики. Вот никак не высохло еще. У меня естественные. Вот тут на краешек покажу вам. Видите, магнитик раз и держится. Вот она. Видите? Два раза нужно и подсушить, потому что вот если я не просушила, то она просто сейчас останется на магнитике, отклеится. Два раза обязательно. И ходите с ними, машете как крылышками. Единственное предостережение: если вы рассмеетесь до слез, и у вас слеза пойдет вверх и размоет подводку, в этом месте магнитик отклеится. Поэтому, если идете на мероприятие, берите с собой подводку, чтобы быстренько сбегать в дамскую комнату и припудрить носика. На самом деле, подкрасить стрелочку и прикрепить назад ресничку. Шикарные карандаши, разные отклики. Кто-то говорит, ломается. У меня есть один зеленый, был из этой коллекции черный. Никогда ничего не ломалось. У меня, по крайней мере, претензий к карандашам нет. Ни к тем, которые для губ, ни к этим, которые для глаз. Тушь водостойкая. Снимается только средством для снятия водостойкого макияжа. Больше ничем. А тушь. Вот такая вот у нас. Lash Intention. А, Extension.
У нее очень сильный изгиб, кстати, тушь неплохая, но не могу сказать, что у меня от нее восторг, или что мои девчонки кто-то были в восторге. Нет, таких прям отзывов вау-вау я не получила, ни собственной, ни от кого-то. А вот подводка мне очень нравится. Я люблю подводку. И все-таки у нее цена достаточно приемлемая. Я брала даже, кстати, дешевле. Тонкая, длинная, послушная, пружинистая кисть. Видите, она хорошо пружинит, держит форму. Ей легко управлять. То есть мы можем делать толстые стрелки, тонкие, длинные, короткие, какие хотите. И самое главное, что эта подводка стойкая. Сейчас она подсохнет, мы попробуем, если я вспомню. Очень рекомендую. И помада для бровей. Это продукт не так давно появился в Oriflame, но я думаю, что завоевал сердца уже многих. У меня оттенок коричневый 377-39. И вот тут мы с вами чуть-чуть порисуем. Вот для меня прям цвет самое то. Мне не надо темнее, мне не надо светлее. Ну вот так вот. Не видно здесь, да? Как-то по тоналке не идет. Вот такой цвет. Вот он. Все, увидели цвет. Ей рисовать брови просто песня. И мне нравится бархатный финиш. Вы представляете, просто бровки как натуральные, бархатные, пышненькие получаются. И удобно то, что кисточка прям сразу здесь. Да, я думаю, что этот продукт я буду повторять, если, конечно, Oriflame не выдумает опять что-то новенькое. Не досохло чуть-чуть. Ну, я на тональную основу накрасила, а она подвижная, то есть дает стирать. Вообще подводки не стираются. Вот что гелевая. Давайте вот здесь нанесу на чистом. И потом попробуем потереть, когда она высохнет. Стрелочки. Как я люблю рисовать стрелочки. Так, дальше. Карандаши для бровей двухсторонние. Разные оттенки. И что удобно, с одной стороны есть корректор. То есть вы накрасили карандашом оттеночным, а потом корректором подвели сверху, снизу, растушевали, и получился шикарный. Стойкий карандаш для глаз. Он не выкручивающийся, его мы точим. Точится он хорошо. И он водостойкий. На лето самое то. Да и на зиму вообще, у кого жирные веки. Пудра The One, моя любовь. Вот смотрите, изменили упаковку. Упаковка, конечно, стала классная по сравнению с прошлой, что была. Но она вечно вся заляпанная. Ну что такое? На меня не угодишь просто, да? Я просто очень люблю красивые упаковки, красивые дизайны. Пудра, давайте где-нибудь на чистеньком. Матирует. Вообще просто люблю эту пудру, каждый день ей сейчас пользуюсь. Хотя у меня кожа не жирная, но мне нравится, какой эффект от этой пудры. Мне она даже понравилась больше, чем новинка в Джордане матирующая. Три оттенка у меня средний. А для коррекции у нас есть целых три помощника. Вот такие вот кругляшки-крутышки, как я их называю. Смотрите, вот такой вот. У меня есть уже отдельный обзор на канале. Они плотные, но в то же время как они хорошо все перекрывают, особенно вот как я люблю, вот когда какая-нибудь краснота вылезет, и не знаешь, что с ней делать, тон не перекрывает. Вот эта зеленявка перекроет легко, просто моментально. Так, шикарная палетка и два вида палеток. В одной более коралловый оттенок румян, в другой более такой холод, да, один теплый, другой холодный тон. Классный, с бронзером, с хайлайтером. Палетка шикарная. Далее, карандаши для того, чтобы сделать классный макияж. Они стойкие. Это тени карандаш. Я уже вся перемазюкалась. Мой любимый бронза, вот такой вот красавчик, и хрусталь. И хрусталь, вот такой вот цвет. Смотрите, как они друг с другом дружат хорошо. Я всегда внизу делаю подводку этими карандашами. И иногда я ими крашу тени, особенно когда мне нужно быстро сделать макияж. Просто дневной, естественно, куда-то выйти моментально. Я делаю именно так. Тушь для ресниц за 249 рублей, но обратите внимание, она с эффектом дуохрома.
Но она черная-черная. У меня ее, к сожалению, нет. Я вам кисточку покажу. Вот такая будет примерно кисточка. Потому что это 5 в 1. Просто немножечко с эффектом, с другим. Я ей пользовалась зимой, но я эффекта дуохрома не увидела. И никто не заметил из моего окружения. Обожаю тональную основу Aqua Boost. Как я ее люблю. Вот у меня она кончилась сегодня. Последние прям выдавила капельки. Вот эта тональная основа, она вообще поры не забивает. Она прям как будто глоток воды действительно для кожи. Как я ее люблю. Попробуйте, девочки. Она фантастическая. Я ее сверху потом пудрой даю ей улечься. И пудрой. Ее вообще не видно. Поры с ней исчезают. Вот она какое-то сияние такое легкое дает. Мне нравится. Эти все вот матовые, да, они какие-то для меня как, не знаю, как неживое лицо становится, как маска. А с этой же тональной основой лицо живое. И буквально капелька пудры, немножечко румян, хайлайтера добавить. И просто сказка. Так, мой тон, надо вам сказать, 29-й, светлый бежевый. Вот почему-то я этот тон взяла, но мне он больше всех как бы понравился из пробников. Я пробовала, и вот я на нем так и зависла. Шикарный тон. AZ крем, тоже достаточно популярный среди любительниц тональных основ. И он разный, есть увлажняющий, а есть матирующий. То есть выбирайте то, что вам понравится. Сильная сторона этого тона — высокий SPF 30. Это очень хорошо. Мультифункциональный бальзам для губ. Вот такой вот бальзам. Он с цветом, как вы видите. Что-то у меня тут. Он дает легкий персиково-розовый оттенок. У него не очень приятный аромат. Но меня это не смущает, потому что у него функции действительно очень крутые. Мне нравится, какие губы с ним становятся. Если вначале, конечно, я говорила, фу, почему он не пахнет, как прежний клубничный. Но он классный, и поэтому я им пользуюсь. А еще и SPF 25, и разнообразие оттенков. Стойкая супер матовая помада The One Color Unlimited. 10 оттенков. На канале есть видео с 7 из этих оттенков. Посмотрите, вот такая крутая помада. По качеству мне показалось, что эта помада похожа на ультракремовую 5 в 1. То есть у нее такое же вот какое-то, знаете, нанесение не скользящее. То есть видите, ее надо с усилием и два раза провести. То есть какая тут, как сказать, густота в этой помаде есть, да, и вот в этой то же самое. Я не заказала, ну, по ряду причин, что очень много помад. Роскошные блески, вот роскошные. Я бы себе взяла сияющий коралл, тоже есть видео на канале, свеженькое, посмотрите. Суперстойкая матовая помада Ultra Fix, забыла взять. У меня 3 оттенка, очень люблю эту помаду. У меня терракота, нюд и красный. Все бомбические. Вот у нее удивительное нанесение, просто вот как будто перышком так или лепесточком, раз, и она уже на месте. Если эту надо с усилием, вот как раз мы с вами ультракремовую смотрели, это помада, сейчас скажу, какой тон, 65-я, красное вино, вот такая густая, какой цвет, просто бомба. А вторая моя любимая — розовое дерево. У меня уже этот, вторая помада в таком оттенке. Она у меня на каждый день и в пир, и в мир. И когда я не знаю, какие губы сделать, я беру эту помаду. И всегда говорят, какие губы, как классно. Самая у меня популярная помада среди моих клиентов. Помада с эффектом металлик. Удивила меня эта помада. У меня была морозная сирень, я ее подарила Мишиной маме, потому что мне цвет не подходит. Меня удивила эта помада легкостью. Обычно вот у меня было такое впечатление, что металлик, он будет как-то утяжелять на губах. Она такая легкая, такая классная помада, выглядит шикарно, поэтому смело берите. Так, средство для снятия лака, куда я его забыла, на столе.
сначала собрала все, потом поняла, что мне надо сделать маникюр, сделала маникюр, снимала этим средством. Когда я его первый раз увидела, я сказала: я за такую цену никогда его не куплю. Получила я его в подарок, нужно было взять два продукта, и оно шло в подарок. Вот у меня как раз масло мое любимое для ногтей, кутикулы, оно так крутится, и сюда в кисточку выделяется маслице. Но когда я попробовала вот это вот средство, я сказала: фу, какое оно вонючее, оно так сильно пахнет, очень сильно. Но это единственное средство, которое я пробовала в моей жизни, которое так идеально удаляет лак, любой сложности лак, пусть это будет два слоя красного, черного, или блестки, которые никогда не отдерешь и все время мучаешься с ними, это просто фантастика. И теперь я говорю: да, неважно сколько оно стоит, я буду брать это средство, потому что я не мучаюсь, удаляя лак. Вот, в восторге. Ночная маска, это укрепляющее средство я взяла, вот точно в таком же флаконе у нас ночная маска для ногтей. Ее нужно наносить на чистые ногти на ночь, потому что она на водной основе легко смывается водой. Легко, просто, моментально, даже не надо усилий. Здесь есть еще сыворотка для ногтей, закрепляющее быстро сохнущее покрытие для лака, но предыдущая сушка для лака была круче, мне больше нравилось. Роскошная линейка лаков, боже, какие у нас крутые лаки, кто хоть раз попробовал, мне кажется, уже потом берут их постоянно. Вот у меня недавно клиентка взяла один лак, какой-то такой яркий, она то ли фуксию, по-моему, она заказала, в этот раз у нее в заказе 4 лака. Представляете? Восторг. Так, вот как раз средство для снятия водостойкой косметики в лето. Кто берет водостойкие туши, сразу в заказ добавляйте вот такое средство, иначе вы ничем тушь не отдерете водостойкую. Так, средство для снятия макияжа The One. Вот у меня не снимают ни одно средство до конца. Даже вот новая мицеллярная вода, она круто снимает макияж, сейчас я вам про нее расскажу, но стрелки мои не снимает, а я крашу стрелки часто. Так, четырехсторонняя пилка для ногтей, вот такая классная, это я все не пробовала. Моя любимая кисть, вот она, я уже себе еще одну заказала, она пока у меня в упаковке новенькая лежит, она, конечно, новая, просто шикарная, но этой кисти 2 года. Посмотрите, в каком она идеальном состоянии. Я ей пользуюсь каждый день. Я ее обожаю. И какой у нее дизайн красивый. Самое главное, это вот эта кисть. Ох, супер. Я очень люблю кисти. Я прям маньяк. Я и по акварели все кисти скупаю. И вот всякие для макияжа у меня есть все. Я их очень люблю. Так, что-то здесь может быть интересненькое увидите. Смотрите, всегда вот такой мелочевки, что-то да есть со скидками, что-то да есть прикольное. Серия Норхен, почему-то да, здесь у нас один продукт представлен, но у нас есть отдельный каталог на эту серию, и она прекрасна. По крайней мере, я себе все время заказываю что-то из этой серии. Крема для рук мини, макси, средние. Мини 70 рублей, но он классный, его удобно с собой в сумочке. Loving Care гигант 150 миллилитров, я его люблю, он жирный, питательный. Увлажняющий крем для рук мед и молоко тоже жирненький, а вот увлажняющий крем для рук с маслом авокадо, он легкий и питательный. Конечно, я вот эти два бы выбрала, потому что они самые крутые. Так, серия для купание, мусс для душа, серия Schwedisch Spa и увлажняющее масло для тела, такое классное, мыло для того, чтобы быстро одним нажатием так, чик, и помыл ручки. У меня мед и молоко, но из лимитки с амброй и лавандой, но я взяла флакон, чтобы вам показать, что вот такой гигантский 300 миллилитров объем очень надолго хватит. И качество, какое крутое качество, недаром мыло так дорого стоит, 369 рублей, любое, обратите внимание. И вот третье мыло, жидкое, нет, оно самое дорогое, вот цены-то, вот они разные, это
289, 369, 559. Вот это мыло с натуральными эфирными маслами. Это мое любимое, конечно, но оно и стоит ого-го. Так, дезодоранты. Кто-то любит кремовые, кто-то любит спреи. Я люблю шариковые и все время беру себе вот такой серой крышечкой. Мне он очень нравится. Детская коллекция для наших самых маленьких, то есть от рождения мы берем эту абсолютно безопасную, даже очень полезную серию, и в ней потрясающий ассортимент. То есть для малышей нужно немного, но это все нужно для того, чтобы детки наши чувствовали себя комфортно и в памперсах, и без них, да, чтобы у них все было чистенькое и увлажненное. На следующем развороте нас ждет серия игрушек 4, история игрушек 4 для наших маленьких уже, которые подросли, и те детки, которые уже хотят и свою туалетную воду, и свое мыло, чтобы у них все было персональное, маленькие собственники. У нас будет обновление серии масел Элио. Обращайте внимание, если вы полюбили какое-то масло, то самое время его сейчас заказать. Потому что потом будут другие совсем масла. Краски для волос. Это моя любовь. Мой оттенок светло-русый 9.0. Такая краска. Я пользуюсь ей уже долго. Сначала, когда я была брюнеткой, я использовала темно-коричневую. Но она на моих волосах была прям черная-черная. А светло-русая, вы сейчас видите меня постоянно в этом оттенке. Мне очень нравится. Часто спрашивают, какой у меня цвет. Тоже хотят что-то аналогичное. Мне нравится то, что он такой живой, сияющий, мягкий. И очень просто пользоваться. Я делаю окрашивание сама, своими руками. Просто нужно выдавить краску в окислитель, хорошо перемешать, отломить кончик. И через этот вот дозатор выдавливать по рядочкам на кожу головы и расчесочкой все распределять. В общем-то ничего сложного нет. Даже в комплекте есть перчатки. Вы их найдете в инструкции. Они там внутри запрятаны, приклеены. Я, кстати, замечала, что многие не знали, что там перчатки. Значит, невнимательно читаете инструкцию. И главный герой еще маска. Ее нужно держать 2-3 минуты, но я держу дольше. 10 минут могу подержать. Маска просто бомбическая, я так ее называю. После этой маски волосы оживляются, они блестят, они гладкие, легко расчесываются. Такие насыщенные. Я в восторге от этой маски. Ну а про краску что могу сказать? Она крутая тем, что содержит экстракт льняного масла. Это дает питание волосам, сияние, шелковую вот эту гладкость. И адаптивная смарт-система, которая вот именно работает с сединой, хорошо прокрашивает и дает насыщенный цвет волосам. И мне нравится, что краска не смывается. Хорошая цена. Эта краска дорогая, очень качественная, поэтому для меня эта цена очень комфортная. По крайней мере, если бы я пошла в салон красить свои волосы, то это было бы, ну, не менее 5000 бы мне стоило. Здесь же у меня получается, что ну, вот за 300 с небольшим рублей получаю шикарный цвет. Расчески в Oriflame крутые. Всегда беру, у меня есть такая огромная расческа, сейчас я реже пользуюсь, потому что волосы длинные и не нуждаются в подкручивании, но когда была стрижка, я все время пользовалась такими вот расческами. Далее массажная классная щетка, ну и для укладки всевозможные с металлом можете брать, да, такие с форсинками, они хорошего качества. Для волос, вот, кстати, интересный продукт, это CC крем. Забыла его взять, но зато взяла защитную крем-сыворотку. Что делает CC-крем? Если у вас есть статика, да, какое-то статическое вот это вот, электризуются волосы, убирает легко, расчесываются волосы, вот так классно, укладывать волосы с этим средством, шикарно просто. И вот сыворотка, которую я держу в руках, мне нравится то, что оба средства не требуют смывания, то есть мы наносим и сушим волосы, это дает как термозащиту. И вот эта защитная сыворотка, она именно полезна, когда
очень высокие перепады температуры. Например, на улице жара, в помещении кондиционер, или на улице мороз, в помещении жара. Я пользуюсь, периодически беру себе полный набор климат-контроль, шампунь и кондиционер. И вот эту сыворотку я тоже использую. Особенно вот сейчас активно начала пользоваться. Одно время я что-то про нее забыла, несколько раз намазалась, а сейчас пользуюсь и понимаю, что она очень действительно классная. Далее идут наборы. Наборы всегда покупать выгоднее. Я сравниваю цены, например, если по отдельности брать, сколько это стоит, и если вместе, ну всегда вместе выигрышнее. Набор с расческой, здесь у нас шампунь для придания объема волосам с личи и зеленым чаем. Вторая парочка для окрашенных волос с гранатом и овсом. И третья парочка — пшеница и кокос для сухих волос. То есть это питание, уход дополнительный, у кого волосы секутся, сухие, торчат на кончиках, это все очень хорошо помогает. Витамины Нутрикомплекс, они целевые для волос и ногтей. То есть когда вы пьете курс, вам нужно учитывать, что рекомендация от компании — пропить 4 пачки. Одна упаковка на 3 недели приема, нужно пить 3 месяца, чтобы получить заявленный результат. Как по мне, так этот продукт работает, волосы действительно меньше упадают. Многие писали отзывы, у меня прям в команде девушка писала, что у мужа заросла уже вот такая пролысина. Ну, почитайте, отзывов много, их можно поискать в интернете. Может не подойти продукт? Я думаю, что да, может не быть результата. Да, мне тоже кажется, что дело в том, что причин выпадения волос или слабого роста волос их очень много. Но здесь идет проработка основных. Но если у вас что-то там нереально индивидуальное, то, конечно, может и не сработать. Да, как бы. Не думайте, что это волшебная палочка, которая решит все ваши проблемы. Далее, коллекция эфирных масел Mint and Mood. Здесь у нас релакс представлен, а в этой коллекции 4 набора: энергия, уверенность, релакс и баланс. Релакс всегда со мной у постели, я с ним засыпаю, вот у меня такие вот шариковые. Энергия — я пользуюсь, когда я утром, знаете, говорят, проснулась не с той ноги, но вот просыпаешься, а ну, как будто вот и не спала, вот какая-то вялость, нет такой, знаете, динамики, энергии. Я наношу сразу масло, мне они помогают. А уверенность я наношу перед вебинарами, когда нужно выступать на большую особенно аудиторию, я очень волнуюсь всегда, поэтому я использую уверенность, мне прям вау заходит, сразу я спокойная становлюсь и нет вот этого метания, как бы что-то не забыть, вообще супер. А баланс я дала дочке, ей тоже нравится. Так, витаминки для мужчин и женщин по отдельности есть, есть вот так в комплексе. В этот комплекс Wellness Pack входят витамины вот такие, одна штука, одна астаксантин и 2 омега-3. Я люблю вот такие Wellness Pack, мне не нравятся по отдельности баночки, то что открывать, закрывать. Но бывают ситуации, когда нужно усилить дозу астаксантина или омеги. Это уже по состоянию организма я смотрю. Тогда у меня всегда дома есть дополнительные баночки, тогда я просто пользуюсь ими. Раньше я вскрывала пакетики, из них, например, брала омеги больше. Или астаксантин, и потом были неполные пакетики, это не очень хорошо, не очень удобно, поэтому отдельные баночки очень всегда классные. Обожаю наши коктейли, сейчас у нас открыты сразу 2 пачки: шоколадный и клубничный. Дочка пьет шоколадный, а я клубнику обожаю просто, хотя мой любимый — ванилька, в следующий раз ванильку возьму. Пребиотический напиток с пищевыми волокнами, вот он меня просто спас после диких новогодних праздников, когда я просто сорвалась, мы ходили по гостям, естественно, ели все подряд, очень много салатов с майонезом, жареного, не было такой вот простой еды, которой привык к мой организм, поэтому у меня пошел сбой, просто начал болеть желудок, очень плохое самочувствие, я сразу вспомнила, что у меня есть этот напиток, начала его пить, и быстро восстановился весь
пищеварительный тракт и стала себя опять классно чувствовать. Про wellness можно очень много говорить, ребята, вы уже понимаете, что тема бесконечная, и про супчики, да, и про все, но есть отдельные тренинги по wellness. Эту тему вот так вот бегло не расскажешь, это надо углубиться и сидеть час, может быть даже два. Поэтому изучайте этот раздел для тех, кто любит себя, понимает, что наше тело дано нам один раз на всю жизнь. Как говорят еще, самый главный враг здоровья, знаете кто? Кто знает, напишите. Самый главный враг здоровья – это само здоровье. Потому что пока мы здоровы и бегаем, нам пофиг. Мы ни спортом не занимаемся, не проводим какие-то там профилактики для организма, не пьем витамины, едим все подряд как мельница. Чипсы, не чипсы, пиво и так далее, конфеты тоннами. Вот. А когда наступает такой вот бамс момент, и это резко приходит. Резко, то есть нет таких, мы не замечаем маленькие сигналы, ой, волосы выпадают, ну и что, ой, ногти что-то расслабились, а, ну ладно, бывает, может быть, там что пройдет, а потом резко бамс, и все, и начинается больницы, лекарства. Гораздо круче проводить просто профилактику, пить витамины, кормить свой организм всем необходимым, то, что он должен получать из еды. Но, к сожалению, хорошей качественной еды, ну, днем с огнем не сыщешь, как так бы сказала. Даже люди, которые говорят, ну, мы там, у нас дача. А где дача? Да рядом с городом, ну, понятно. Да, мы же не знаем, что там происходит. У меня у родителей, получается, дом примерно 30 километров от Саратова. Вроде бы далеко, но у них прошел дождь как-то. Дождь прошел, откуда туча прилетела, мы не знаем, но листья все коричневые стали, то есть вы понимаете, да, что это все в почву пошло и в плоды, поэтому никаких гарантий нет, что это все там, то, что с огорода мы привозим, что это все такое классное, как хотелось бы. Вот, дальше продолжаем. Скраб, очищающая маска для лица, вот такая вот интересненькая, и вторая двухшаговая, одна согревает, а другая охлаждает. Их нужно сразу по очереди нанести. Одну сразу смыть и вторую. То есть одна раскрывает поры, размягчает кожу, а вторая убирает все из пор, как, знаете, пылесосик, и закрывает, охлаждает все. Очень прекрасная маска. Мне, кстати, она очень понравилась. Серия Love Nature. Очень разнообразная. Мне нравится она и по качеству, и по ароматам, и то, что такой ассортимент для разных типов кожи можно подобрать, но эта серия больше все-таки подходит для молодой кожи. Здесь нет таких вот, да, чудес, как мы видим в серии Novage. Но хороший, добрый уход вы получите, ведь коже очень важно, чтобы за ней ухаживали с молодых лет. Тогда она сохранится долго, гладкой, упругой, да, в хорошем тонусе, с хорошим цветом. Итак, что у нас здесь есть? Тонизирующее, очищающее средство с органическим абрикосом и апельсином. Я не знаю, что такое органический абрикос. Я знаю, что такое органический овес. Вот, ну ладно. Смотрите, я брала этот гель для дочки, сама с удовольствием пользовалась, прям у нее постоянно его подворовывала, так сказать, тырила. Потому что он нереально вкусно пахнет. Это такое удовольствие им пользоваться. И эффективное средство. Далее, тоник обновляющий. Крем тонизирующий. Ну, как гель. В виде геля идет. Гель для лица. Он увлажняет. Очень легенькое увлажнение. Прям вот для молодой кожи отлично. Но для меня, для взрослой, ну, как бы вообще как ни о чем. Ну, просто увлажнило. Ну да, мягонько, не шелушится. Можно иногда, но я уже, например, в своем возрасте не возьму такой продукт на постоянное использование. Следующая серия с чайным деревом и лаймом. Тоже в этой серии входит очищающий гель для умывания. Вот эта серия, она уже подойдет больше для комбинированной кожи и склонной к жирности. Тоник сужает поры и матирующий крем-флюид. Также повязка на голову, которая позволит сделать хороший уход, не побеспокоив волосы, да, прическу. Серия Essentials, она
мягкая, она питательная. Здесь средство для лица очищающее идет 3 в одном, то есть оно сразу и тонизирует, и ухаживает. Крем увлажняющий, он идет в двух вариантах. Один большой, он и для лица, и для тела, 150 мл. 75 мл он только для лица. И такой замечательный питательный бальзам для губ. Кстати, маска идет без скидки, но маска очень классная в пакетиках. Она на один раз, как раз удобненько. Смотрите, у нас уходят бустеры. К сожалению, с бустерами мы скоро попрощаемся. Вот так они выглядят. Потому что будет идти обновление, не то что их совсем убирают, потому что бустер — это крутой продукт, его смешиваем утром с дневным кремом, и он как волшебная палочка. То есть если утром проснулись, кожа помятая, серая, не выспались, да, были на вечеринке, то конечно самое время добавить бустера. Но я, если им пользуюсь, я пользуюсь каждое утро просто. Далее у нас тут идет небольшая распродажа, спонж коньяку, маска многоразовая, она фиксирующая, она из тонкого силикона, вот я ее не заметила, кстати, могла бы вам показать. Я когда делаю тканевую маску, наношу сверху, чтобы тканевая маска не падала. Если я делаю питательную маску, то сверху фиксирую, чтобы маска глубже проникала в кожу. Вообще чудесная штука, обожаю эту маску, моя палочка-выручалочка. Ну и тут вот всевозможные лопаточки для того, для другого, эпилятор, зверский эпилятор, пружинка для лица, он действительно удаляет вот этот пушок, но очень больно, прям очень, что даже вот у меня недавно купила девочка, я ее спросила, как впечатление, она говорит, я не могу, у меня искры из глаз, как мне больно, но она один раз попробовала, ей сказала, что нужно просто потихонечку привыкать и пробовать по-разному, чуть-чуть сжимать или отпускать, то есть в какой момент станет удобно. Вот. Далее мой любимый продукт — это аппарат Skin Pro, он конечно идет без скидки, мне кажется, на него скидка была вообще один раз только. Вот такой аппарат с насадками, он на подставке идет, что очень удобно, он у меня мокрый, но я им пользуюсь практически регулярно. Это массажная насадка. Помедленнее, побыстрее. Заметили, то здесь нет вращения, идет вибрация, и вот эта вибрация позволяет расслабить мышцы. И я называю ее утюжком, я поглажу свою кожу, то есть я все морщинки, вот я знаю, как у нас идут мышцы на лице, да, как вот натяжение кожи, мы действуем по этим линиям, и как будто мышцы отпускают вот эти свои спазмы, расслабляются, лицо становится мягким, видно, что уходят глубокие морщины, мелкие становятся менее заметными. Цвет лица такой розовый, сияющий становится. Это чудесный агрегат. Это просто мой любимый гаджет. Ну, конечно, я не говорю про кухонные гаджеты. Далее, насадка, которой мы умываемся. И насадка скраб. То есть вот эти вот щупальца мельчайшие, силиконовые, они позволяют хорошо отскрабировать лицо. При этом, так как нет вращательных движений, а идут гигантские вибрации, 12600 вибраций в минуту. Представьте, какая мощь. За счет этого могут использовать люди, у кого чувствительная кожа. Абсолютно безопасно. У меня вот подруга заказывала, у нее очень чувствительная кожа. В восторге, пользуется тоже с удовольствием. И моя любимая серия Novage. Здесь есть эмульсия для лица против воспалений, очень эффективная. Ну, на мне, по крайней мере, за одну ночь у меня уходят моментально все вот эти вот прыщики какие-то, то все, что возникает. Обновляющий пилинг для лица. Вот так выглядит пилинг. Классный пилинг. Вот с ним сразу видно эффект. Наносить его нужно на ночь, на 20 минут, при условии, что вы завтра не пойдете загорать, потому что после пилингов в принципе не рекомендуется быть на солнце, потому что кожа обнажается и может пойти пигментация вылезти, да, такая скрытая у нас есть гиперпигментация, она может вылезти, а нам это с вами не нужно. Есть матирующий гель для жирной проблемной кожи, это для тех, у кого действительно это проблема. Сейчас мы с вами рекомендуем девчонкам, женщинам, у кого жирная кожа, это средство, потому что оно очень хорошо сокращает выработку вот этого себума, и кожа выглядит более такой спокойной,
мягкой, гладкой, без жирного блеска. Гель против воспалений, такой вот малыш 24-часового действия, тоже идет он по акции. Этот малыш, он помогает побороться вот с прыщами, да, которые ненавистные прыщики. Это такой вот малыш гель, я дочке купила, потому что у нее гормональные бывают какие-то сбои. Ну, боюсь надавить сильно, чтобы он не весь не вылез. Вот он такой гель прозрачный. Вот, ну сказала, хорошо, помогает. Я правда не пробовала. Ой, обожаю вот эти сыворотка концентрат с пептидами. Реально работают просто бомбически. Кстати, найдите у меня видео на канале, где я показываю, как ими пользоваться, потому что действительно у нас есть специальная манжета, чтобы открыть кап, вот эту ампулу, специальная пипетка. Многие вот не понимают, как пользоваться. Я вот специально не использовала, чтобы вам еще раз показать. То есть мы вставляем ампулу в пипетку, снимаем крышечку, и вот ну никак не выходит. Если вы будете сильно давить на ампулу, то средство просто может лопнуть, ампула. Посмотрите, как я делаю. Я держу над ладошкой, ладошка как чашечка. Я вынимаю и надавливаю, как шприцом мы работаем, туда-сюда, аккуратненько. Нужное количество мне выходит на руку, я закрываю, откладываю, и средство переношу уже на зону лица и шеи, декольте. Такое вот, куда бы его нанести, омолаживающее, моя прелесть. Работает невероятно. У меня вот эта вторая пачка сейчас, я уже заказала себе третью, я буду их, скорее всего, заказывать регулярно, потому что у меня очень серьезный результат именно с этим продуктом. Я его увидела быстро. Обновляющая маска для лица из биоцеллюлозы. Надо видео записать, показать вам, какая она крутая, эта маска. Сделаем прям в ближайшее время. Маски тканевые. Видите, они совсем отличаются друг от друга. Биоцеллюлоза. И вы ее, когда снимете эту маску, вы ее уже не сможете повторно использовать или переложить на шею, то есть да, она совсем вот как бы снимается в комочек уже. Она на лицо ложится как вторая кожа, просто прилегает очень плотно, и за счет этого получается такой классный эффект, как будто да, вот все, вот эта вся сыворотка из маски, она выталкивается в кожу, она туда глубже уходит. Вообще потрясающая, конечно, маска. Особенно круто видно эффект, когда кожа в плохом состоянии. Тут чем хуже состояние кожи, чем круче виден эффект от серии Novage. Так, здесь я вам показала концентрированный крем Sculptor для зоны декольте. Тоже не экономим на шее, не экономим на таких средствах, это просто ну нам необходимые продукты для того, чтобы поддерживать молодость, красоту. Видите, он такой полупрозрачный, легенький. Я вот им пользуюсь. Результат вы сами видите. Он на лице. К косметологам я не хожу. Надеюсь, не придется, потому что боюсь их просто панически. Далее у нас идут серии уже комплексные. Вот рекомендуется брать именно комплексный уход, потому что он в 7 раз эффективнее, нежели вы возьмете один крем. Вы возьмете один крем, он вам понравится, конечно, он приятный, он классный, все в нем хорошо, но тот эффект, который заявлен компанией, вы получите только при условии, что вы пользуетесь полным комплексным уходом. Это клинически доказано. Далее у нас серия для молодой кожи. Это моя любимая, вот две моих любимых серии, которые мне и по возрасту подходят. Но я уже скоро прям к этой приближаюсь. Уже 47 лет. Серия против пигментации Brilliance. У меня была сыворотка из этой серии, мега приятная, прям ровный. Даже она у меня еще не закончилась, я ей по утрам пользуюсь. Далее серия Optimals, полностью обновленный дизайн. И что приятно, при заказе двух любых средств вы получаете вот такую мицеллярную воду чудесную просто в подарок. Она будет ваша, потому что вы купили два продукта. Я пользуюсь сейчас, тут про серии читайте внимательно, да, кому какой, там для сухой кожи или для комбинированной. Тут голубые баночки, но они для разных типов кожи, если вы посмотрите внимательно.
серия антивозрастная. Я сейчас пользуюсь вот этим кремом для кожи вокруг глаз. Видите, уже худеет. Хороший крем, все мне нравится. Конечно, он не заменит мне и коллаген. Он такой, надавливаю немножечко вот на животик, и легенький кремик вот выдавливается. Но мне так нравится вот этот роликовый массажер. Я как начну им, особенно на ночь, чтобы снять стресс с глаз, чтобы расслабить мышцы, я массирую, массирую так по кругу. Вот. Он очень приятный, хорошо напитывает кожу. В общем-то, мне эта серия понравилась. Я пробовала и предыдущую серию, тоже антивозрастную серию Optimals. Мне кажется, это прям вот значительно отличается, по крайней мере, крем для глаз, он совсем другой по ощущениям. Серия Urban Gore 3D, я сейчас этой серией пользуюсь. Но еще раз опять же повторяю, что она мне не заменит серии Novage, но иногда нужно, да, пробовать что-то новое, да, менять, мне это нравится. Но я вижу по коже, что она скучает по коллагену. Вот мой любимый коллаген, сыворотка и ночной крем немножечко остался. Надо его, кстати, доиспользовать. Но знаете, что интересно? В этой серии меня удивило две вещи. Сейчас я вам покажу. Меня удивило то, что крем коллаген и Urban Gore, они абсолютно идентичны по консистенции. Я впервые такое вижу, потому что это редкостно удивительный крем. Он бесподобно приятный по ощущениям, когда его наносишь. Но меня удивило, что этот практически один в один. Я беру его, наношу, и как будто бы я беру коллаген. Но я понимаю, что состав в любом случае разный. И стволовые клетки, которые просто помогают моей коже быть в таком вот тонусе, да, держать марку, так скажем, конечно, ничто не заменит, но очень удивительная серия. Второй продукт, который меня удивил, это вот этот очищающий, даже не знаю, как это, крем, это не гель, потому что он больше похож на маску, этот продукт, с отшелушивающими частичками. Давайте я так выдавлю, даже вам чуть-чуть покажу. Вот так вот, смотрите, видно, меленькие, совершенно незаметные отшелушивающие частички. В этой серии специальная, даже забыла, специальная защита именно для городских жителей. То есть эта серия нацелена на то, чтобы защитить нас от негативной внешней среды города. Потому что здесь перегружено и производство, и очень много людей, и транспорта всевозможного. То есть можно наносить это средство как очищение два раза в день, утром и вечером. Можно делать маску или просто как скраб. Например, вы умылись каким-то, может быть, мицеллярной водой, смыли макияж или какой-то пенкой своей привычной. А этот продукт используется как скраб. Удивительно приятный. Я в таком восторге, я готова умываться круглые сутки. И очень рекомендую вам попробовать. Потому что серии же можно миксовать, вы можете сами создавать комплексы вам удобные. Сыворотка очень жизненькая, то есть посмотрите, она с пипеткой тоже. До этого я сывороток с пипетками не пробовала, только наш бустер. Вот такая капля, видите, она просто, она конечно не как вода, она просто так не ульется как вода, больше похожа на эссенцию Giordani Gold, ой, Giordani, Novage, эссенцию Novage. Вот такая вот сыворотка. Я ее наношу и утром, и вечером. То есть я сейчас тестирую эту серию тщательно, чтобы записать отдельное видео. Да, сейчас у нас такая мини-подготовка. И прекрасный крем дневной, который содержит защиту SPF 25. И мне это очень нравится, что здесь такая высокая защита. Единственное, что было бы здорово, если была бы откидная крышечка у тюбика, потому что всегда хочется как-то сократить время. Видите, крем, он не совсем прям легкий-легкий, как лосьон, но в то же время он так хорошо впитывается и абсолютно на моей коже не оставляет жирного блеска, ни липкости, ничего. Я понимаю, что мы все разные, и на каждом человеке будет все по-разному, поэтому посмотрите, у каждого продукта написано код пробника. Если есть
пробник этому продукту. Значит, здесь вот стоят коды, вот код пробника. Вы можете попробовать какие-то продукты на себе. И вот завершающий в этой серии продукт — это спрей. С чем он интересен? Давайте разберемся с этим спреем. Он увлажняет, его можно использовать вместо тоника, под макияж и поверх макияжа, как термальная вода. Что делает этот спрей? Дело в том, что он содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, что позволяет увлажнить кожу вот так вот быстро и легко. Я в восторге от этого спрея, пользуюсь им тоже каждый день, бывает и не один раз. Ну, кстати, расход у него маленький, как вы видите, вот прям чуть-чуть отошел. Хороший очень пульверизатор, да, распыляет тонко и захватывает большую зону на лице, то есть буквально 2-3 пшика и на шею. И мне очень нравится этот эффект, особенно классно под макияж, потому что бывает такое, что какой-то есть интервал, например, крем нанесла, но не сразу тон, а вот под тон было бы здорово увлажнить кожу, поэтому мы делаем несколько пшиков и получаем классный такой результат. И ура, ура, вот эта серия осветляющая, да, против пигментации, она любима многими, она действительно эффективна, по крайней мере я со своей кожи с помощью этой серии вывела пигментные пятна. Они у меня были очень крупные, вот с этой стороны, на, считай, под глазом, сверху, на самом видном месте было вот такое огромное пятно и много мелких. У меня ушли пятна совершенно, просто чистое ровное лицо было. Потом я, правда, еще нацепляла пятнышек, но уже более мелких, тоже их практически все вывела. Так, я не заостряю тут внимание, думаю, что вы все прочитаете. Да, у кого есть проблемы с пигментацией, то стоит попробовать эту серию. BB-крем, слушайте, как все его хвалят. Боже мой, у меня клиенты просто сошли с ума. Одна говорит, мне сразу два, как только будет со скидкой. Закажу дочке светлый, сама его потестирую. Даже тоже захотела, сошлю, не текут, потому что все его ждут. И мне нравится его цена. Две штуки берем, всего по 219 рублей. Пудра, обращаю ваше внимание, пудра без зеркальца, по-моему, но с пуховкой, да, такие пуховочки. Консилеры, и везде стоит цена, да, везде или нет, да, что именно два надо. Но вы можете взять, например, один тональный BB-крем и одну пудру, вот уже два продукта, то есть вы можете собрать свою коллекцию. Тени, классно, кто любит палетки, чтобы было несколько оттенков, если они вам более-менее все нравятся, то, конечно, смело берите, хорошее качество этих палеток. Это не тушь, это оттеночный гель уход и тени, вот такие кругляшки, вот 6 оттенков представлено в этот раз, и вы можете тоже их взять. У меня, кстати, есть вот эти два оттенка, но я их почему-то не взяла, не заметила, что они тут есть, кстати. Хорошие. Прямо отличные тени для макияжа, я их использую тоже частенько, мне нравится, поэтому могу смело сказать, что берите, хороший продукт. Карандаш для губ контурный, обращаю ваше внимание, он маленький, то есть они вот прям такие вот маленькие, видно даже по весу, можете посмотреть, 7 грамм. Жалко, что мало оттенков, хотелось бы побольше, потому что действительно иногда бывает, что нужны карандашики. Например, я редко крашу красной помадой губы или такой вот глубокий розовый цвет. Я бы хотела иметь маленькие карандашики, которые бы я использовала так вот иногда. Но мне нужны очень много карандашей в коричневых оттенках, да, такие нюдовые. Их можно делать больше. Ну и здорово, что цена тоже замечательная на продукты. Подводка Каял для глаз, я не пробовала никогда, даже не знаю, что это такое, не знаю, как ими пользоваться, даже не рискую никогда взять. Карандаши для глаз, для стрелок, коричневый и черный. Коричневый очень красивый цвет, я его тестировала в бизнес-центре, тоже есть видео на канале. И карандашики для стрелок, удачное сочетание черного и розового, просто шикарный вариант. То, что можно сразу акцент сделать и тушевочку, да, как бы градиент такой, растяжечку сделать с помощью розового оттенка.
И сливовый, и черный тоже достаточно популярный цвет. Ой, это еще не все. Да, конечно, тушь. Но уже видео, по-моему, вышло на моем канале, можете его посмотреть. У меня коричневая, очень прикольная тушь, но чего нет в том видео, чего я еще тогда не знала, а вам сейчас по секрету скажу, эта тушь легко смывается водой, просто абсолютно легко. Вот у меня такой коричневый цвет, он хороший коричневый, он не рыжий, а глубокий, хороший коричневый для блондиночек. Вот кому нужно просто подчеркнуть, что есть ресницы, но не делать их слишком яркими и выразительными, конечно, коричневый цвет достаточно популярный. Удобная кисть, если вы заметили, какие упругие здесь вот эти ворсиночки, они пружинистые, ой, они так классно расчесывают. И щеточка действительно укладывает хорошо реснички, разделяет их, то есть они такие пышненькие становятся, аккуратненькие. Вот, ну что еще сказать, при покупке двух цена 199 рублей. И цвета: черный, синий, коричневый. Можно взять одну такую, одну такую. В общем-то, можно договориться с подружкой и заказать одной туши, другой тушь. И карандаш стайлинг здесь для бровей. Тоже сейчас очень модно фиксировать брови, делать их более такими натуральными, пышными и естественными. И завершает наш обзор последняя страничка. Здесь что-то новенькое. Нас ждут новые помады в мини-формате. Они будут по 2,5 грамма. А обычно у нас сколько помада весит? 3,8 грамма. Вот, например, вот эта помада. Поэтому здесь всего будет 5 оттенков. Помада матовая. В мини-формате можно взять побольше за 99 рублей. По крайней мере, я себе точно возьму, наверное, вот эти две. Я вас благодарю за внимание. Если видео полезное, ставьте лайк. Кто был со мной до конца, вы просто мои герои. Всем удачи, самых вкусных, самых классных покупок. Как видите, ничего не стирается. Все очень стойкое. Все, пока-пока, до новых встреч.